Всем привет! И сегодня мы проведем распаковку электрической зубной щетки Philips Sonicare модель HX6511/02. Рассмотрим упаковочку. На передней стороне у нас имеется окошечко, через которое мы видим саму щетку, а также насадку Pro Results. Также имеем надпись «Запатентованная звуковая технология, 31 тысяча колебаний в минуту». Сбоку имеем надпись «Насадка Pro Results, рельефная подстрижка щетины чистящей насадки, тщательно удаляет налет и массирует десна». С другого бока имеем в комплекте одна электрическая зубная щетка, одна насадка Pro Results стандартного размера, одно зарядное устройство. На обратной стороне у нас имеется запатентованная звуковая технология, Quad Pacer и таймер на 2 минуты. Quad Pacer означает, что имеется звуковой индикатор, звуковой сигнал каждые 30 секунд, сигнализирующий о смене участка чистки. Всего таких имеется 4 участка. Первый участок – это наружная сторона верхних зубов, второй участок – внутренняя сторона верхних зубов, третий участок – наружная сторона нижних зубов и четвертый участок – внутренняя сторона нижних зубов. Функция легкого привыкания Easy Start предназначена для плавного перехода от обычной зубной щетки к электрической. Мощность щетки плавно увеличивается в течение 14 дней, при условии, что вы будете чистить зубы более 1 минуты. Индикатор заряда батареи. Значит, на кнопочке включения-выключения есть индикатор, сигнализирующий не только о состоянии щетки, включена она или выключена, но и также о уровне заряда батареи. Батареи должно хватить на 3 недели использования, при условии, что мы будем пользоваться щеткой 2 раза в день по 2 минуты. Значит, сверху у нас имеется надпись «Удаляет до 2 раз больше налета, улучшает здоровье десен» по сравнению с обычной зубной щеткой. Ну что же, давайте откроем упаковочку и посмотрим, что лежит внутри. Итак, внутри мы имеем саму щеточку, насадочку, зарядное устройство. Так, значит, сертификат соответствия какой-то нам не нужен. Так, ну, значит, это, скорее всего, руководство у нас. И это у нас мировая гарантия. Так, ну что же, вот так вот выглядит щеточка. Значит, имеется одна у нас кнопочка здесь, световой индикатор. На нижней стороне у нас имеется разъем для зарядки. На верхней стороне имеется разъем для насадочки. Оденем насадочку. Ну, насадочка, в принципе, одевается довольно легко. Хотя, на первый взгляд, казалось, будет довольно туго одеваться. Так, ну вот у нас все работает. Вот такая вот у нас зарядочка индукционная. И у нас щеточка вот так вот устанавливается на зарядочку и заряжается. Так, ну что же, по щеточке пока все. Несколько недель протестирую ее работу и сделаю уже подробный обзор. Вот, а также сравню с щетками Oral-B. Щеткой Oral-B я пользовался в течение нескольких лет, и будет интересно сравнить ее с данной щеткой от компании Philips, так как Philips использует немного другую технологию, в отличие от Oral-B. Ну что же, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, всем пока!